центральной библиотеке провели праздник, посвященный Дню родного языка. На встречу с учениками второй школы пригласили известную димитровградскую поэтессу Александру Белову, которая рассказала ребятам о себе, своем творчестве и значении родного языка в жизни каждого человека. Познакомиться с творчеством поэтессы ребята смогли и благодаря выставке ее книг и публикаций, которые подготовили работники библиотеки.